Цель семинара – совершенствование молодежной политики как в целом в крае, так и в каждом муниципалитете. Здесь подводят итоги, обсуждают перспективы и, конечно, проводят работу над ошибками. В любом совершенствовании есть трудности, с которыми сталкивается муниципальное образование. В силу объективных причин, в силу личностных причин, но эти трудности есть. Вот как раз мы разбираем эти трудности, выявляя, кто какой вклад внес в их решение. Здесь, конечно, есть и те, кто лучше выглядит, и тот, кто не дорабатывает решение этих задач. Поэтому подобное совещание, оно как раз таки позволяет увидеть те механизмы, с помощью которых можно увеличить эффективность развития молодежной политики на местах. Руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Кубани Сергей Мальцев в своем докладе говорил о важности патриотической работы с подрастающим поколением. Также обсуждалась и организация молодежных форумов и слетов. Здесь особое внимание безопасности. Прописывайте те, кто ответственен за жизнь и здоровье детей в период проезда, потому что, не дай бог, что-то случится в дороге, нести ответственность будет не тот, кто фактически, да, сопровождает детей, а вы. О том, как реализуется программа «Ты предприниматель», подвел итоги заместитель руководителя молодежного центра «Инвентум» Кирилл Белонок. В этом направлении ведется огромная работа, и все больше молодежи выбирает уверенное, стабильное будущее. В Анапе реализация молодежной политики по всем направлениям находится на качественно высоком уровне. По итогам прошлого года курорт занял первое место в крае по работе с молодежью. На совещании отметили, что и в этом году Анапа сохраняет лидирующие позиции. В прошлом году мы говорили, что это высокая планка, надо ее держать. И вот за 11 месяцев мы ее удержали. Думаю, что 12 месяц мы тоже отработаем хорошо. И надеюсь, что по итогам 2016 года мы опять займем первое место. Но нужно отметить, вот при совместной такой работе с краснодарским с руководством Министерства образования Краснодарского края, у нас проходит ряд мероприятий, которые получают не только положительную оценку, а самое главное, они имеют продолжение и имеют результативность. Вот буквально такие свежие недавние мероприятия – это наш форум консолидации. В этом году второй раз мы собираемся. Это собираются ребята с ограниченными возможностями здоровья из 44 территорий. Они собираются сегодня уже традиционно на базе санатория Анапа. И, конечно, организовывает все там управление по делам молодежи. Семинар-совещание продлится до 14 декабря.